Более 100 заявлений на службу в спецподразделениях Тобол, Тайга и Сибирь поступило от жителей региона. Документы о добровольцев, желающих пополнить ряды, принимают в военном комиссариате Тюменской области. Срок службы по контракту может составлять от 3 месяцев до 3 лет. Основные профессии у нас это вот профессии, связанные с инженерным делом, профессии, связанные просто с обращением, то есть это стрелковое дело, а также артиллеристы, различные специальности. Конечно, нам нужны водители в эти подразделения. Вот сейчас мы уже укомплектованное подразделение, одно из подразделений уже подготовили. Добавлю, в эти выходные первая рота Тюменского инженерного подразделения «Тобол» отправилась на один из полигонов для боевого слаживания и подготовки по воинским учетным специальностям.